Крымчане продолжают получать компенсацию за изъятые под строительство Тавриды земельные участки. Об этом на заседании оперативного штаба по строительству в регионе и реализации федеральной целевой программы главе Крыма доложил представитель проектного института «Шельф», ведущего кадастровые вопросы главной транспортной магистрали полуострова. На сегодняшний день подписано 1256 соглашений из 1476, это 85% от общего объема. По состоянию, по сравнению с октябрем, это плюс 114 соглашений. Произведена выплата возмещений за изымаемые объекты недвижимости в отношении 1007 объектов, это 68% от общего числа по отношению к октябрю, плюс 25 объектов.